Турист по ошибке заплатил за такси в 100 раз больше. Американские туристы перепутали сумму и заплатил таксисту в Китае в сотню раз больше. Честный водитель такси в Китае сообщил о том, что на его счет поступила огромная сумма от пассажира. Оказалось, что группа американцев, приехавших в страну отдыхать, перепутали сумму и заплатили за услуги такси 65 тысяч юаней вместо 65. Курьезный случай произошел в городе Сиань в провинции Шэньси. Такая информация появилась в издательстве South China Morning Post. Накануне в Китае создали 100-метровый водопад на небоскребе. Таксист, увидев слишком большой перевод на свой счет, вычислил, кто из туристов ошибся. Мужчина приехал в отель, куда доставил горе туристов. Американец по фамилии Лю объяснил, что неправильно понял принцип работы приложения для оплаты. Турист попытался оставить несколько сотен юаней таксисту за помощь, но тот отказался. Определены самые страшные туристические точки мира. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.